Общее количество наркопотребителей в крае значительно снизилось. В своем докладе вице-губернатор Николай Далуда отметил, ситуация на Кубани стабилизировалась. Количество наркоманов и алкоголиков за последние 3 года уменьшилось на 15 тысяч, то есть на 16%. В крае идет тенденция снижения количества лиц, впервые поставленных на наркоучет. В 2011 году 1852 человека было, в 2012 – 1408, в 2013 – 1303, и в этом году 1034. Из них 142 больных наркомании и 920 эпизодически употребляющих наркотики. В 29 муниципальных образованиях края общее количество потребителей наркотиков снизилось и значительно ниже среднекраевого показателя. Ухудшилась наркоситуация в Геленджике и Кущевском районе. В Ленинградском районе работа антинаркотической комиссии признана неудовлетворительной. Главную угрозу представляют опасные для здоровья синтетические наркотики, которые рассчитаны на молодежь и подростков. В Краснодарском крае от них уже погибли 7 человек, отравились 353. Сейчас за употребление и хранение курительной смеси привлекают к уголовной ответственности. Соответствующий закон уже принят и действует. Однако ежедневно в наркобизнесе появляются новые виды наркотиков. В этом году, по данным наркоконтроля, более 300. Подводя итоги работы антинаркотической комиссии за год, участники отметили, в целом была проделана большая работа. Николай Далуда еще раз акцентировал внимание на важность проведения профилактической, антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганды во всех районах края.